Героем нового выпуска программы «Золотая рыбка» стал Михаил Борчевский. Начинающий режиссер, который известен вам прежде всего как знаменитый юрист. В каждом деле нужен свой дилетант. Вы узнаете, как опыт его работы помогает в новом амплуа. Любой судебный процесс – это спектакль, это театр. Все должно быть достоверно. Кто из классиков литературы вдохновил его своим примером? Как вы дошли до жизни такой? Грибоедов был вообще чиновником. Да, конечно. А не драматургом. И что ждет зрителей на его спектакле? Прямым текстом в эфире я не могу повторить. На афише моего спектакля будет скромно написано, что рекомендовано для умных. «Золотая рыбка». Михаил Борщевский. Премьера. Адвокат, во-первых, психолог. А во-вторых, актер, и только в-третьих, юрист. Смотрите сегодня в 0:25 на телеканале «Москва. Доверие».